Здравствуйте, с вами снова Людмила. Вот я вам хотела бы показать парк, в котором, ну, это парк для отдыха, в котором обычно я гуляю. И здесь очень много всяких таких интересных развлечений для людей. Вот так, вот это вот парковка. Тут я припарковалась. И сейчас я пойду и буду вам показывать весь этот парк. Вообще здесь... Так, вот тут какое-то было мероприятие. Так, вот тут люди собирались. Так, вот еще народ заезжает. Так, тут вообще что-то. Какие-то игры, наверное, будут. Так. Тут собачка. С собачками гуляют. Так, да, ну здесь вот видно, что это мероприятие какое-то будет. Такие вот машины с играми. Так, сейчас еще раз проверю свою машину. Что-то я забыла, закрыла я ее или нет. Так, машину я закрыла. Ну, теперь мы можем идти. Так, вообще вот этот район называется Блокхаус. Это находится в Техасе, это место, и, в общем, рядом с моим домом, а живу я в Леандре, я уже говорила, это такой маленький такой поселочек, но вообще полностью это все, это Остин, и к Остину вот эти все прилегающие такие маленькие райончики, да, ну как вот у нас, допустим, если кто со Скандогорска меня смотрит, то, допустим, как КШТ или Стрелка, там, да, прилегающие районы к Скандогорску, ну тут то же самое, вот он такой, Остин очень большой, разбитый на такие районы. Конечно, центр Остина совсем он другой, он с большими высокими зданиями. Там я буду тоже делать видео. Я всегда хочу сделать видео с Остином. Очень интересные есть места там. Мне очень там нравится, но там как бы там очень много движения. Туда надо специально ехать. Ну, в общем, да, но я буду делать видео, конечно. Так, ну вот, значит, здесь вот проезжая часть. Машины здесь идут. Так, а это вот я вот как раз вот по кольцу иду. Я всегда вот по этой дорожке гуляю. Я иду по этой дорожке и, как говорится, ну вот сейчас сделаю видео. Так, сейчас я хочу вам показать вот такой вот момент. Здесь находится такая спортивная площадка. А здесь можно играть в бадминтон, можно играть в баскетбол. Ну, еще что-то можно, для чего-то, я не знаю. Ну, в общем, здесь вот сейчас я покажу. Свободный вход. Значит, здесь ничего вам не надо. Никаких ключей, ничего не надо. Просто вот так вот берете. Так, сейчас я попробую. Так, вот это вот осело. Так, ну вот, смотрите, в общем, сюда заходите. И вот, пожалуйста, вам вот такое место. Вы здесь можете играть. Посмотрите, вот обратите внимание, все тут мягенькое, все тут чистенькое. Все тут люди вот собираются и играют тут свои игры. Так, еще есть место второе. Так, вторая площадка. Тоже так же. Вот тоже там я вижу двери открыты. Они никогда не закрываются. Здесь не вешают замки. Здесь именно рассчитано вот, значит, вот для каждого района делается парк. Вот, и значит, вы можете... допустим, вот я живу ближе вот к этому району, значит, я
сюда могу приезжать спокойно в любое время и гулять в парке. Если есть ребятишки, то вообще замечательно. С детьми тут люди гуляют. Так, вот здесь вот можно играть в баскетбол. Тут вот видите, специальные. Я все хочу мяч купить, попрыгать тут. Здорово. Так, ну, в общем, вот такая площадочка, пожалуйста. Можно здесь бегать, играть. Так, дальше там еще есть одна площадочка. Там тоже для какой-то игры. Ну, сейчас мы посмотрим. Я даже раньше это не обращала. Так. Значит, ну, я думаю, я не пойду туда. Я думаю, она такая же, эта площадка. Там тоже можно играть это для волейбола или для чего там. А вот здесь вот, сейчас вот я смотрю, назревает такое пати, да, ну, в общем, это такая вечеринка для детей. Я вижу, это старшеклассники. По-видимому, здесь, может быть, они празднуют начало школы. В общем, какой-то случай здесь вот. Вот они здесь откупили вот такой вот. Значит, тут у них тут кушанье. Кушанье у них тут все сделано. Тортик, вот у них тут такой красивый тортик. Посмотрите. Но кушанье такое у них тут, как шведский стол. Так, ладно. Сильно не будем застрять внимание, а то рассердится, скажет, что он тут снимает. А вот здесь вот, посмотрите, какая прелесть. Тут они выложили украшения. Так, здесь тоже украшения. Вот. Hi, girls. Так. Hello. Hi. Looks yummy. That is popcorn? Yes. It's so beautiful. Так. Вот. Так, вот такое, значит, здесь такое пати. Я особо тут стараюсь их не снимать, потому что они могут возмущаться. Поэтому я стараюсь, как бы, чтобы тут не нарваться на неприятности. Так, вот тут что-то вот. Угу. Так, вот этот бассейн, он тоже, значит, он принадлежит для людей, которые живут вот именно вот в этом районе и имеют ключи. Вот я в этом районе не живу. Мне разрешено ходить бесплатно в этот парк, но вот в бассейн они меня, наверное, не запустят. Вот я вчера снимала другое видео с другим бассейном, туда я могу ходить. А сюда меня, наверное, не пустят. Да, но я сейчас спрошу. Hi! Can I go enter the make video and go back? I will not swimming. Thanks. Hello, girl. Так, вот меня запустили. Так, здорово. Так, вот эти горочки. Посмотрите, вот эти горочки. Вот как-то я здесь купалась. Очень здорово, конечно. Так интересно. Тут надо правильно знать, как. Тут надо знать, как нужно. Hi. It's already closed? We close at 7:30. Ah, okay. I'm just make little video. I'm sorry. Так. Ну вот тут вот такой фонтанчик. Так, меня уже тут отсюда выпроваживают. Вот. Так, ну, в общем, вот такой фонтанчик, вот такой большой бассейн. Так, и там еще бассейн. Вот сейчас еще раз попробую его снять, пока меня совсем не выгнали. Так. Hi! Hello, girls! Так, вот такой вот бассейн. Да, и вот, в общем, надо вот в эту вот трубу нужно ложиться ногами вперед, а я легла головой вперед.
Ну да, было, конечно, неприятное ощущение, но... Ну ничего. Так, ну в общем, так, вот такой вот бассейн. Конечно, он намного больше вчерашнего, но здесь народу всегда больше собирается. Да, очень-очень здорово. Ну ладненько, значит, мы пошли дальше снимать видео. Даже здесь вот работники такие есть специально. Они смотрят за детьми, чтобы никто не утонул. Да. Важный момент, конечно, это здорово. Так, ну, в общем, мы идем на выход. Так, мы идем на выход. Так. Здесь, в общем, вот такие площадочки, это для ребятишек. Совсем для таких вот, для малышек. Они тут вот качаются. Тут и качели есть, всякие домики. Всякие тут. А, да, вот я своим внучкам рассказывала, может, они смотрят. Настенька, Сонечка, большой вам привет от меня. Вот я делаю видео, посмотрите, какие здесь площадки для детей. Бассейны, парки. Здесь очень здорово. Да, вот посмотрите еще. Вот такие вот горочки для детей. Тут можно бегать, кататься на горочках. Так, вот такие вот интересные горки. Так. А здесь вот такие тоже подтягиваться, наверное, я не знаю, что это такое. Ну, наверное, спортом заниматься. Вот петли вот такие вот. Вот турники всякие. Ну, в общем, все для детей. Все для ребятишек, для их развлечения, что они сюда приходят и отдыхают тут. Так, вот там вот качели тоже. Дети там. Так. Парк очень большой. Ну вот здесь вот в основном я сейчас сделаю видео именно вот где моменты, где вот можно заниматься спортом, развлекаться. Ну а такие просто поля я не буду вам снимать, потому что это будет, наверное, неинтересно. Так, вот здесь еще вот такая площадка, здесь играют в футбол. Вот тоже такая вот она загороженная. Чистенькая, там кто-то с собачкой гуляет, я вижу. Так, ну, в общем, вот здесь вот, здесь люди играют в футбол. Так, а здесь вот еще одно интересное место. Тут вот, да, сетка натянута, здесь для баскетбола, я так думаю. Тоже здорово. Так. Вот все, что примерно я хотела записать, показать вам вот этот парк. Я давно хотела сделать это видео, наконец-то. Моя мечта осуществилась. Большое спасибо вам за внимание. Если какие-то есть вопросы, оставляйте в комментариях, я буду вам отвечать. С вами была Людмила. Всего доброго. А вот здесь еще одна такая беседка. Я ее забыла снять. Тоже очень красивая. Но сейчас уже время, как бы, август, да? Середина августа уже у нас цветение уже такое, как бы, не такое хорошее. Уже у нас все тут отцветает. И... Ну вот... Ой, какая страшная... Какая страшная сикарашка сидит. Так, как бы мне ее... Вот она... попробовать ее снять.
такая. Смотрите, у нее какие глаза горят прямо. Страшнющая какая сидит. Вот. Ну, значит, вот, вот такие вот колокольчики красивые. Они мне вот настолько нравятся. Такая красивая вот тут природа была. Но сейчас они уже вот, они сейчас уже не такие стали, конечно. Они вот когда свежие, да, вот когда это была весна, они как зацвели, это была такая здесь красота. Да вот такая беседочка. Значит, здесь вот, ну, не знаю, может быть, для влюбленных парочек тут или... Но тут, там вот, а вот тут вот еще история написана для вот этого. Вот история memory, память о Джозефин Сонниренс Колониал Юса май 1917 джун 1900, ну смотрите, да, вот. Вот это какая-то типа мемориальная такая доска. Но я не думаю, что здесь кого-то похоронили. Это просто, наверное, так вот. Ну, такой памятник сделали. Так. Вот. Вот здесь такие. Такие вот колонны. Тут сидеть можно. Вот. А туда дальше, там уже идет такая, типа, природа, да? Там, там туда вниз идет речка. И такой, как бы, такой, как маленький такой каньончик туда вниз. Но я туда не пойду, потому что там, возможно, и змеи могут быть. Змеи здесь такие довольно-таки серьезные. Так я с ними не люблю встречаться. Хотя один раз я встретилась тут с такой огромной змеей. Она называется Chicken Snake. Мне муж сказал, что она не кусается, но впечатление было очень неприятное, я хочу сказать. Так что, да, значит, я не хочу нарываться на неприятности, потому что я пришла просто в парк сделать видео и заодно тут походить. Я занимаюсь сейчас похудением программы и... Решила больше двигаться, чтобы помочь уйти весу. Так, ну вот и все. Буду делать снова видео в следующий раз. На этом до свидания. А вот еще очень красивое такое дерево. У меня во дворе тоже такое дерево есть. И у меня она разных цветов. Она у меня сиреневая, темно-красная, такая бордовая. Розовая вот такая вот, как вот здесь вот. Вот. Но у меня маленькие кустики. У меня большое дерево вот. Вот такое вот. Да, но оно у меня отцвело. Я не знаю, здесь, наверное, они поливают их чаще. А я как бы... Чуть не поливала я. Надо поливать, наверное, чтобы дольше цветочки стояли. Так, да, ну у меня второе вот такое вот дерево есть, вот такое вот цветом. О, что-то солнце ушло, уже ничего не цвета уже не видно. Вот. Вот такой красивый цвет, вот такой розовый. Так, вот, вот такое дерево. Вот, посмотрите, какая прелесть. Ну, наверное, я так, вот так.